возлюбленными в эфире телекомпании 7 на 70. У нас есть хорошая, прекрасная программа, которая называется «Что сделал бы Иисус вместо тебя?». И у нас сегодня прекрасный гость, пастор церкви, наш друг хороший, на самом деле очень близкий, родной человек, и человек, который делает много, очень много делает для Господа. Пастор из Новосибирска Артур Рукасян. Привет, Артур. Здравствуйте, пастор. Я приветствую тебя здесь, потому что ты часто приезжаешь в Армению, и на самом деле это большое, большое благословение, когда ты приезжаешь, и наша церковь тебя очень любит. Как ты себя чувствуешь здесь? Очень хорошо, как дома. Артур, я знаю, что у вас в Новосибирске большая работа, и вы работаете много с наркоманами, бездомными людьми, разные работы делаете. Можешь коротко просто рассказать, какую работу вы делаете там? Ну, Бог делает много работы, и Он влечет нас постоянно для того, чтобы работа росла. Всегда есть вызов, новый вызов. И каждый раз, когда Бог дает вызов, это, конечно, трудно всегда делать что-то, но когда мы откликаемся, мы потом видим даже не только, что Бог давал нам вызов, но также была Божья слава на этих делах, на всей этой работе. И, конечно, растут реабилитационные центры, растет миссия, растет церковь, детское служение, телевидение, газета. Многие-многие служения потихоньку поднимаются. Сами воскресные служения растут в церкви тоже. Вот сейчас я вернусь домой, и мы уже будем делать по воскресеньям 4 воскресных собрания в разных районах города для того, чтобы охватить еще больше народа, чем мы это делаем сейчас. Ну, отсюда возвращайтесь полностью энтузиазмом. Да, мы приехали сюда с командой. Лидеры церкви, члены церкви были здесь. Да, мы были очень благословлены. Да, мы очень были благословлены. Вы скажете, как ты себя чувствуешь? Я дома. Но когда мы были по Армении, были по вот, экскурсии по Армении, были, я себя чувствовал как в гостях, потому что в многих местах, где я был, я раньше не был, когда даже жил здесь, в Армении, я не был раньше. Поэтому я ехал, думал, я говорил моей жене, говорю, Жанна, мы едем часто в Китай, мы видим там все эти горы, все. Но я даже не думал, что в Армении есть так много прекрасных мест. О да, у нас гор хватает в Армении, прекрасные горы. Артур, как мы начали говорить о церкви, скажи, пожалуйста, что для тебя церковь вообще? Что значит для тебя церковь? Потому что вот для кого-то церковь — это место успокоения, где он успокаивается, другого — место спасения, другого, для другого — место общения. Вот что для тебя, для пастора Артура Лукасина означает церковь? Я думаю, что церковь в разное время развития христианина, церковь несет разную роль. Когда я еще не был спасенным свыше христианином, я согрешил. И я понимал, что мне нужно пойти в церковь, зажечь свечу для того, чтобы как-то получить прощение своему греху. Я пришел, я зажег свечу, я весь день до вечера просидел в этой церкви, в традиционной церкви. И я вечером ко мне подошел сторож и сказал, очень спокойно сказал, извините, мы закрываемся, вам надо уходить. Я ушел оттуда, но я не получил это прощение. И я понимал, что там я не могу это получить. Потом, когда я уже родился свыше, уже Бог нашел меня, и я получил крещение Духом Святым, уже говорил, я чувствовал, что мне нужно найти таких же людей. Я пришел тогда в Слово Жизни здесь, в Ереване, тогда это называлось Церковь Истина. Я был на собрании, хотя я больше всего не хотел быть в этой церкви. Я больше всего ненавидел пастора той тогда церкви, когда был еще Леонид Малько. Но я пришел сюда, и Бог сказал, сын мой, я чувствовал этот голос во мне, Бог сказал, сын мой, это моя семья, я хочу, чтобы ты был здесь. И для меня тогда это была семья. Потом, когда я поехал учиться в библейскую школу, для меня церковь — это было место моего становления. Когда я стал пастором церкви, я получил ответственность. Сейчас для меня церковь — это как и работа, и служение. То есть разные времена, когда я как развиваюсь я, так меняется мое отношение к церкви. Но получается, это часть жизни. Да, растешь, это ты, и есть моя церковь. Жизнь, на самом деле. Потому что люди, конечно, иногда люди идут в церковь, чтобы получить спасение. Но на самом деле, если теологически смотреть, церковь не спасает. Церковь дает возможность, чтобы человек был спасен. Церковь дает большую возможность человеку, чтобы человек мог служить. Допустим, это церковь, можно сказать, что церковь — это место возможностей, где ты можешь для Бога много делать. Это невеста Иисуса Христа. И что и церковь будет воскрешен на небо. Смотря в каком уровне ты находишься, такой
получается, служение у тебя в церкви. Что больно, вот ты очень хорошие мысли говоришь об этом, и можно зацепиться, а и часами говорить об этом, то, что ты сказал, это на самом деле, возлюбленный, это очень прекрасное откровение. Людям иногда грустно становится, потому что раньше, а для них церковь была это место как семья, потом это было как место общения, а вдруг, и вдруг Господь их, Бог хочет, чтобы они выросли. И становится такое, что Господь хочет, чтобы они стали служителями, вот сухое служение, ведь это мы знаем, что это значит. Просто ничего не получаешь, нету ни помазания, ничего, просто служишь людям, да, вот эта черная работа. И вот когда уже тогда попадают, они говорят, что-то с церковью не то. Но на самом деле они выросли. Да. Они переросли себя. Они могли бы быть сейчас другими. Они могли бы сейчас приносить пользу. Они могли бы сейчас служить Богу. Но они не отозвались на вызов Бога. И они как-то остались вот в старом откровении, в старых своих, в старой шкуре своей, в старых мехах своих. Это как апостол Павел говорит, что вы должны были уже твердую пищу кушать, а еще в молоке нуждаетесь. Да. Хорошо, Артур, я знаю, что у тебя семья, прекрасные дети, жена, вы все в Боге, вы служите. Расскажи чуть-чуть о твоем семье. То же самое с семьей. По мере моего роста меняется мое отношение к семье. Когда мы были молодая семья, я не понимал тогда вообще смысла семьи. Я понимал, что я нуждаюсь в друге, я нуждаюсь в жене. Мы с Жанной встретились, когда нам было по 16 лет. Это было удивительное, увлекательное время. Потом мы понимали, что нам надо, пришло время перерасти в новый, качественно новый уровень отношений. Мы женились, родился сын, потом мы много трудностей прошли, потом 8 лет спустя дочка родилась, потом сейчас у нас третий ребенок, ей 3 годика. Дочка, да, тоже? Тоже дочка, да. И по мере того, как мы растем, по мере того, как растут дети, по мере того, как растет наше отношение к церкви, также растет наша роль в семье. В смысле, ты хочешь сказать, что это взаимосвязано? Да. Вот если еще вернуться к тому вопросу, что такое церковь для меня, это Царство Божие. Сейчас я к церкви отношусь как к представительству Царства Божия на земле. Я не отношусь только вот рамки только нашей церкви Слова Жизни. Я понимаю, что есть интересы Бога на земле. И церковь представляет интересы Бога на земле. Мы как семья представляем интересы Бога на земле, потому что мы являемся примером для этого мира. Многие люди, они приходят в нашу семью, они видят наши отношения. Когда проходит время, и я много раз слышал, что когда люди говорили, мы хотим иметь такие же отношения, как вы имеете в семье. И это не искусственные отношения, это не то, что мы на людях одни, а дома другие. Всегда бывают разные какие-то там переживания, эмоции, но мы не скрываем наши эмоции. Да, даже когда мы бываем на людях, даже когда мы консультируем семьи, мы не скрываем наши эмоции, вот такие, какие есть. Мы стараемся, во всяком случае. Артур, вот я знаю, что твой сын, не только ты, но и твой сын тоже влияет уже на город. На город, и он хороший верующий, хороший парень такой. И он начал там клуб. И что интересно, он клуб не назвал ни пива, ни наркотика, а кефир. Чем связан этот кефир? Ну, и как он влияет через этот кефир? Это отдельная тема моей отцовской гордости. Потом я вчера как раз показывал режиссеру вашего телевидения клип, который он недавно смонтировал. Она говорит, а где он научился музыку писать, где он научился это делать? Я говорю, нигде не учился, но это на самом деле это в нем живет, и он это делает сейчас. Но он взял 10-дневный пост, полтора, почти там, года и 8 месяцев назад. Он молился, и до этого он просто читал рэп, интересовался на любительском уровне. Но потом он постился, и Бог ему сказал, что он должен организовать соревнования среди мирских рэперов и мирских дансеров, этих танцоров, брейк-данс и все такое. И он пошел, договорился в одном самом престижном ночном клубе нашего города. Он договорился с ними, и сперва это было 200-300 человек, и потихоньку это начало набирать обороты, и до 900 человек собирает этот кефир. Почему назвал это кефир? Потому что он этим хотел сказать, что я не пью пиво, я не пью водку, я пью кефир. Для него кефир – это как бы признак чистоты.
И это слово прижилось. Сегодня, когда люди, молодежь говорит кефир, они не ассоциируют это с кефиром, молочным продуктом. Это ассоциируют уже с вот этим рэп-баттлом, соревнованием среди рэперов. Ну, это получается полезно с приятным. Да. Но у него очень хорошо то, что он сказал с самого начала, что ни один матерок не должен быть на сцене. Когда люди сперва, знаете, когда люди приходили, сперва пробовали это делать, он всегда выгонял их со сцены. В смысле, потому что рэперы очень много... Да, это очень много было, да, матершины. И потом он сказал, что... И он сразу поставил, что ни одна девушка там не будет раздеваться или там таких танцев не будет. Конечно, за сценой там люди курят, они пьют пиво, потому что это ночной клуб. Но на сцене они видят, что Роберт несет другой образ жизни. И сейчас много молодежи, очень много молодежи, они через вот этот кефир пришли к Богу. Ой, и приходят посещать церковь. Да. Это и есть, что Иисус сказал, идите спасайте людей. Часто мы сидим в церкви, вообще люди, и думают, когда мирские придут к ним, а мы не идем к ним. А вот этот парень вот просто постился, и откровение получил от Бога, и пошел туда. И он мог сейчас спасать, влиять, и стать примером. Почему не сказать, что стал примером для молодежи, что можно не пить пиво, а пить кефир, а в то же самое время наслаждение получить. Это очень прекрасно. Хорошо, Артур, есть что-то, от чего ты боишься? Меня страшит мысль, что я иногда думаю, что, может быть, я делаю не то, что я должен делать, я сильно углубился в этом. Время от времени я останавливаюсь и задаю себе вопрос, а хочет ли этого Бог? А вот это очень ты прекрасно сказал, эти мысли, да? А вот это состояние разве не приводит к тебе ближе Бога, и чтобы ты поближе познал Его и узнал Его волю? Пастор, ты знаешь, страх Божий, то, что Библия говорит, страх Божий, это слово «страх» на греческом языке, я просто специально наблюдал, изучал это, он переводится от благоговения до ужаса. То есть в зависимости от того, в каком состоянии человек с Богом, зависит его отношение к Богу. Если он просто реально грешник такой, что вот он понимает, что он грешник, и он углубился в грехе, и когда Бог приходит к нему, он переносит ужас. Но когда он дружит с Богом, человек, когда у него хорошие отношения с Богом, он благоговеет перед Богом. Поэтому слово «страх», оно вот такое от ужаса до благоговения. В зависимости от того, какие у тебя отношения с Богом, зависит то, в каком моменте ты вот, как ты переживаешь вот Божье присутствие в твоей жизни. Допустим, чем дальше от Бога попадаешь, тем ужас. Чем ближе от Бога попадаешь, благоговение. Так, я хочу перейти к другому вопросу. А было ли у тебя в жизни разочарование? Да. Были разочарования, обиды, если ты это имеешь в виду, то обиды. И хотя я так, по сути, сам не обижался, даже когда был в мире. Но всегда обида приходит, или разочарование в людях, разочарование в себе, приходит от того, откуда ты меньше всего ждешь. Если касаться конкретно разочарования, конечно, было, и когда, но это постоянно бывает, когда ты что-то делаешь, и ты думаешь, что это за этим Бог стоит, и потом ты задаешь вопрос, а Бог ли стоит за этим? А хотел ли этого Бог? И ты думаешь, опять ты куда-то не туда вляпался. И ты, конечно, начинаешь что-то делать, чтобы изменить свое отношение с Богом, изменить работу, которую ты делаешь. Если касается это людей, то тоже было разочарование, и обиды тоже были. Но, знаете, я просто принял для себя одно решение, что меня могут захотеть обидеть многие люди, но только я сам выбираю, обидеться или нет. Да. И я просто принял решение, что как внутри себя я старался принимать это решение, стараюсь стоять на этом решении, что я не буду обижаться и не буду позволять себе кого-то осуждать из-за этого. Потому что я сам тоже делаю неправильные вещи в отношении кого-то, и я бы не хотел, чтобы меня за это осуждали. Я не хотел бы осуждать кого-то другого. И больше того скажу, что когда мы проходим через разочарование и обиды, у меня несколько случаев в жизни было. В тот момент, когда это происходило, я думал, Бог против меня. Но когда это все проходило, я видел, что самый благословленный среди всей этой ситуации оказался я. А было ли у тебя время состояния Илии, как Илья смерть спросил, вот такого уровня разочарования?
Нет, я думаю, что такого уровня разочарования не было, но что я прямо спросил смерть, но было время, когда я Богу сказал, говорю, если или ты это сделай в моей жизни, или просто можешь забрать меня, мне жизнь уже не нужна. То есть я был разочарован или, скажем так, я устал от какой-то обычности, которая уже привела меня к тому, что я вот так, такие слова сказал. Хорошо, Артур, вот такой вопрос теперь. Некоторые люди говорят, и тоже это может быть доказано, пасторское служение – такое служение, что так у пастора такое мягкое сердце становится постоянно, каждый день, что он становится ранимым. И если любой пастор смотрит назад в свою жизнь, раньше он не был таким ранимым, как сейчас становится. И он не показывает. Но из этого состояния выходит каждый день. Бывает у тебя, что ты ранимый бываешь, ну, ранить, все могут ранить, или мы можем просто иметь вот это состояние разочарования всего. Как ты выходишь из этого состояния? Я думаю, что в этот момент лучше всего просто уединяться с Богом. В смысле, твой ответ – это встреча с Богом? Да, это потому, что Дух Святой – наш утешитель. Угу. Мы даже иногда не ожидаем, откуда мы можем быть ранимы. У меня недавно был случай, когда я ждал чего-то особенного, а вместо этого получил совсем наоборот. И это меня ранило на самом деле. И все, что я хотел в этот момент сделать, я хотел просто уединиться с Богом, и тогда Дух Святой начинает нам служить, начинает просто утешать нас, и приходит такой мир, который просто ты смотришь, думаешь, это не стоит того, не стоит на этом сконцентрировать свое внимание, на этих ранах. Потому что чем больше мы концентрируем внимание на наших ранах, тем больше они кровоточат. Mm-hmm. Чем быстрее мы забываем об этом, тем быстрее это все затягивается и уходит в небытие. Нам нельзя концентрироваться на ранах. Да, правильно. Но путь — это есть Иисус Христос и встреча с Богом. Да. Как у Якова был, он был раним от брата, от своего теста, но он имел встречу с Богом и вышел из этого состояния. Да. Артур, ты себя считаешь счастливым человеком? Да. В чем счастье? В семье, в Боге. Когда-то я раньше, когда учился в библейской школе, я всегда время от времени приходил и говорил, вот я счастлив. Вот только этот вопрос был бы решен, и я буду точно 100% счастлив. Нет, знаешь, почему я спросил? Потому что я знаю, что ты счастливый человек. В чем от плодов, я знаю. Потому что так много людей, наркоманы, через твое служение были освобождены, спасены. Да. Были больные, исцелены, были люди просто простые люди, которые они к Богу пришли. Ты мог что-то отдать. Я думаю, счастливый человек — это тот, который может кого-то служить и отдать. И возле тебя много счастливых людей. Знаете, пастор Артур, Моисей в одном из псалмов писал, есть псалом Моисея, где он пишет, говорит, Господи, что наша жизнь? Ты даешь нам 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и большинство из них проходит в трудах и в болезнях. И это была молитва Моисея. Когда я смотрю на то, что сделал Иисус через призму этой молитвы, я понимаю, что Иисус дал нам не просто 70-80 лет жизни, Он дал нам, чтобы мы могли радоваться жизнью сегодня. В смысле, Иисус не дал существование, просто да, чтобы существовать, да, чтобы дал наслаждение. Да, чтобы мы просуществовали до того, как пойдем на небеса, и потом успокоились и были счастливы. А вот это то, что я хотел сказать, что я часто говорил, что вот если бы этот вопрос был бы решен, я был бы счастлив. Вот это бы... Потом я увидел, что всегда возникают вопросы, которые надо будет решать. Если я буду ждать, пока я все вопросы решу, тогда счастливым никогда не буду. Но если я сегодня счастлив, Иисус дал мне это сегодня. Он дал мне сегодня радость быть счастливым. И даже когда что-то не получается, я тогда останавливаюсь и говорю, Господь, мы стараемся, наверное, всегда, у нас другого выхода нету. Мы стараемся, наверное, всегда эти вопросы, нужды решать с Богом. И это тоже есть ингредиент счастья. Правильно. Я думаю, счастье — это относительное понятие, что кто как понимает. Да. Но я думаю, на самом деле, так без Бога нету счастья. Знаете, вот сейчас я думал об этом, пастор Артур, я подумал, что когда я решаю, мое счастье, оно сегодня от того, что Иисус сделал для меня. И мое счастье заключается не в том, что нету проблем, а в том, что есть у меня возможность эти проблемы разрешать. И возможность эту дал мне Иисус. А есть много людей, которые убегают от проблем.
Когда-то я учился в библейской школе, и я читал книгу Йонги Чо «Назови свой день именем». И один день проснулся и сказал, этот день я называю Днем Победы. И это было, я был студент библейской школы, я немножко занимался коммерцией, это было 8 утра, до 12 часов дня у меня отобрали все. Налоговая пришла, отобрала лицензию, там арендодатель выгнал... Это не то, то, что ты провозгласил, да? Да. Все это, вот, это все случилось в 12 часов дня. Я сидел на бордюре на улице и думал, Бог, это что, День Победы? И тогда Бог меня научил, сказал, видишь, нет борьбы, нет победы. И я понял для себя, что победа рождается в борьбе. И мы не должны убегать от борьбы, мы не должны убегать от проблем, мы не должны прятаться. Мы должны закатать рукава и сказать, ну посмотрим, кто кого. Угу. Тот, кто за меня, больше того, кто против меня. Артур, у нас мало времени остается, вот очень коротко, если есть вещи, за что ты жалеешь просто в жизни? Есть, но я не скажу об этом. С одной стороны, я жалею, с другой стороны, думаю, что если бы я тогда это не сделал бы, наверное, я бы сегодня этого бы не понял бы. Угу. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, жалость, но с другой стороны, это какой-то опыт, который мы нажили, и теперь... нечего концентрироваться на вот этих вещах. Теперь надо стараться просто в следующий раз поступить правильно. Хорошо. Артур, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас у нас программа уже заканчивается, время уже подошло к концу. Но последний вопрос. Вот если было бы последнее время и последние минуты твоей жизни, стоят перед тобой все камеры этого мира и общество, мир тебя слушает, и ты должен дать всего лишь один совет, что ты посоветовал бы этому миру? В разное время я бы посоветовал по-разному. Было время, когда я думал об этом. Я часто думаю об этом вопросе. Чтобы, какое бы мое было бы последнее слово. И я помню, может быть, 10 лет тому назад я бы сказал бы молитесь. Ну вот если сейчас, допустим, это последнее слово, что ты сказал бы? Мне трудно ответить на этот вопрос. Но я просто думаю, что... Я бы сказал, радуйтесь, но только имеется в виду, я бы сказал бы это в христианском смысле, в библейском смысле этого слова. Я бы да, сказал, что радуйтесь сегодня жизни, радуйтесь Богу, потому что церковь, Бог, семья – это собор торжества, это торжествующий собор. Но это потерянные ценности, которые ты захотел бы дать. Да. Хорошо, дорогие возлюбленные. Мы благодарим вас за внимание. У нас была прекрасная передача. Пожалуйста, возьмите это слово. Наша передача называется «Что сделал бы Иисус вместо тебя?». Я думаю, если мы поймем, что бы Иисус сделал бы, мы поступим то же самое и сделаем то же самое, то, как Иисус. И не будет у нас в жизни ошибки. Дай Бог, чтобы у вас в жизни не были ошибки, не были такие вещи, что вы жалеете. Идите прямо, идите с Иисусом. Иисус сказал однажды, «Я от тебя ничего не сделал, я всегда слышал отца, то, что отец сказал, то и я сделал». Будьте благословены во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Господи, как ты мог такое допустить? Я уже вдвое дольше верующий, чем Петров. Это меня должны были избрать руководителем, а не Петрова. Нечестно все это. Где же справедливость? Господь, куда же ты смотришь? Не сейчас, мама. Ты же видишь, я молюсь. Это не мама. Кто вы? Ангел. Ангел? Что вы делаете? Делаю тебе массаж головы. Я вижу, что массаж. Но зачем вы мне делаете массаж головы? Это ответ на твою молитву. А как массаж головы может поспособствовать мне... стать руководителем? Никак. Зачем вы мне его делаете? Чтобы улучшить циркуляцию крови в твоей голове. У меня с головой все нормально. Вы точно ангел? Ангел, ангел. Более того, без пяти минут херувим. Так что не вертись, дорогой. Дай мне спокойно закончить свое задание. Какое у вас задание? Хорошенько помассировать тебе голову. Я же сказал, у меня все в порядке с головой. Не скажи. Память подводит. У меня память? Ты забыл, что был бы с тобой, если Бог поступил с тобой по справедливости. А что со мной было, если Бог поступил со мной по Вот, похоже, циркуляция улучшается. Вас послушаешь, так я просто
грешник какой-то. Ну вот, циркуляция приходит в норму. Если бы Бог поступил со мной не по милости, а по справедливости, Иисус никогда б не пошел на крест. Ну вот, задание выполнено, я побежал. Постойте. Поблагодарите его от меня, ладно? Ладно. Кстати, ты не мог бы черкнуть для меня рекомендательное письмо для приемной комиссии? Да запросто. А много ангелов претендуют на место Херувима? Очень много. Но я лучше кандидатура. А ну дайте-ка я вам голову помассирую.